Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то я добрался опять до героя, то увлекся ходом конем, и сегодня мы будем с вами разбирать новый талантик «Священный огонь» именно на Бигфуте. У меня в планах поставить всем, у кого у меня была каменка, поставить все-таки «Священный огонь». Почему? Потому что каменка дает там плюс 10% уменьшение получаемого урона. Это не особо существенно, а этот талантик еще плюс 65% жизни дает, чего в очень многих случаях не хватает. Поэтому я в первую очередь решил поставить на Бига, так как он из-за своей атаки на 12 скилле очень часто бывает сливается с каменкой. Он показал себя лучше всего со всех моих сборок. У меня было очень много разных вариантов тестов, вы можете это посмотреть. Вот с бастионом, с ожогом. С ожогом, кстати, тоже неплохо. Особенно ожог я всегда собираю против Фрей, потому что она очень часто сливает баст. Самый такой универсальный из атакующих талантиков на сегодня так и остается, потому что он дает и жизнь, и атаку. Ну а теперь появились новые таланты. Вот исцеление пробовал. Хилит себя неплохо, но, конечно, не дотягивает пока. И плюс священный огонь. Так, ну вот такая у нас будет сборочка. Священный огонь. Рунами я поставил психощит, который увеличивает максимальную жизнь на 20%. Это тоже процентуальное увеличение и дает защиту. Артом у нас еще кубок, который еще плюс 20%. Снаряги у меня стоит. Раскаленный доспех плюс 25% и наносит урон тоже очень неплохой именно для Бигфута. Талантик, так как он вблизи бьет, подходит, очень хорошо смотрится. В созвездиях он у меня собран на уклонение плюс крит удар, то есть чтобы критовал. Ну, такая вот сборочка. Питомцем у нас будет стоять ангел на нем, который будет уменьшать еще дополнительно каждых 3 секунды 80% полученного урона, также восстанавливает здоровье 880 от атаки питомца. Ну вот такая вот сборка, поехали. Давайте покажу вам его параметры на максималке, что у него есть. Сотый просветик у меня уже прокачанный. Вот его статы получается 301 плюс 172 и плюс еще накиньте каждое процентуальное, то есть получается довольно-таки неплохой танк. Жизни у него за счет талантика, руны и всего тоже будет нехило. Сейчас мы потестим его в рейде сначала, потом пойдем по локациям пройдемся. Ну, где использовать Бигфута, думаю, все знают. Так, вот у нас есть Фрея. Сейчас попробуем как-то так, чтобы и стрелок нас зарядил, если получится, конечно. Ну вот смотрите, у него сразу же пошел отхил. Вот смотрите на его жизнь. Вот против Фреи. Сейчас его, конечно, тут ушатают любого, потому что тут без вариантов. Тут целая база против одного, это, конечно, не тест. Сейчас, может, найдем что-то попроще. Потому что с Фреей, ну, стрелок есть. Рину еще Бигфут. Вот давайте попробуем как-то так. Надо будет начать тесты один на один героя. Многие этого просили. Тоже сделаю это. Так, смотрим. Вот он включился. Ну, как видите, без Фрея. Вот сейчас он себя довольно-таки неплохо показывает. Против него такой же, опять же, Бигфут, Рину. Там стрелок бьет и куча других героев. Но выживает. И выживает прилично. То есть три героя атаковало, плюс стрелок еще дополнительно, но урон держит. Если сравнивать там другую сборочку, давайте, что у меня там исцеление есть стоит. На нем давайте сразу поставим исцеление. Просто замену сделаем. Попробуем потом немножко по-другому. Руны поменяем. Ну, у кого есть, вот смотрите, как этот. Видите, тут урона намного больше проходит, его раз-два и ушатали. Там все же защит больше получается. Тут отхил, конечно, но этот отхил особо вас не спасет. По вам будет прилетать все равно намного больше, чем вы там отхиливаете.
Вот смотрите, это вот такая вот сборка с исцелением. Вот раз-два и просел. Причем его там не особо имбовые герои били сейчас. Надо будет потом все-таки сделать тесты. Думаю, многим будет интересно. Пишите в комментах, или вы хотите героя против героев тестировать. Так. Так. Что у нас тут есть? Вот стрелок есть, Рино опять же. Ну, тут, конечно, за счет ангела, за счет всего. Но посмотрите, он хилит себя 40. Вот сейчас неплохо видно, насколько он держит урон. То есть, если тут еще кинуть ворожая добавку. Так, ну ворожай ты включишься. Вот они вдвоем сейчас. То есть отхил от ворожая идет. Прекрасно. Стрелок бьет. Вот ворожай даже проседает. Рину за счет еще своего подхила лучше себя чувствует. А, там и Фрейя даже есть. Но Фрейя еще, по-моему, не активировалась. Ну, то есть, вот такой вот сборочкой очень хорошо будет танчить в PvP-локациях. Вот я специально его прокачал на атаку фортов, которая будет у нас на выходных. Я буду там тестировать этот священный огонь и смотреть, что уже, что и как. Потому что с каменкой, честно говоря, герои кайфово смотрятся, но немножко проседают, не хватает. Вот огненка смотрится получше тем, что она отражает. Ну, смотрите. То есть под хилом против стрелка, там стрелок, вертолетики, забор энергии, все дела, ну, вдвоем справляются. Конечно, это не дамажный вариант, что он там будет сносить, но ему и дамага и так хватает, нету смысла его ставить. Любая отражалка, и кто видел, Бигфут сливается очень быстро. А вот 65% жизни они как раз здесь очень неплохо решают. Самое основное то, что чем больше цели его бьет, тем больше себя он отхиливает. То есть против стрелка очень-очень хорошо. Также у него там иммун, по-моему, идет от стана, когда он активирован. Сейчас посмотрю его свойства. Ну, то есть вот сейчас он застанет, сейчас он включится и станет его не будут. Чем больше его бьет, тем больше отхил. То есть, соответственно, там, где есть, допустим, та же самая Фрейя, стрелок, он будет очень-очень неплохо себя показывать в роли танка. Ну, единственное, что против Фрейи, конечно, надо больше отхила, разные уклонения и прочее. Вот 3 минуты мы простояли на базе, и нас все-таки не слили. Ну, и мы тоже никого там особо не убили. Так. Теперь давайте очень интересно посмотреть... Попробовать все-таки посмотреть, сколько у него в идеале жизни на кубке, если получится. Ну вот. Не видно, конечно, тут ничего не видно. Это надо будет считать. Там надо искать одиночного героя какого-то. Хороший ник. Так, вот есть у нас стрелок. Вот то, о чем я вам говорил. Против стрелка вообще супер смотрится. Так, ворвался Афина. Сейчас Афина, конечно, его тут убьет. Также можно ему ради интереса исцеления поставить рунами утекания. Вариантов сборочек очень много разных. Я просто поставил, чтобы больше жизни было. Так, оживо. 30 очков жизни. Вот сейчас мы посмотрим, он умрет, сколько у него отхилится.
приблизительно. Будет 30% у нас. И заодно посмотрим. Так. Ну, как видите, стрелок. Ему вообще не преграда. Даже заборы энергии, там некрос. Так, смотрим. 310, по-моему. В общем, ребята, у него где-то миллион жизни. Миллион жизни. Это вам... Не это, это, в принципе, нормальный танк. С лямом жизни. Это без психощита. Очень-очень даже неплохо получается. То есть он сейчас, вот такая вот сборка, более-менее сбалансированная. Молчанкой убили. Поэтому, если у вас будет, конечно, в первую очередь, я уже показывал ворожая в данной сборке. Ставите ворожая, потом Бигфут, Рину, то есть такие более универсальные герои, которые вы используете в PvP-локациях. Я Рину там не особо сейчас часто использую, а вот Бигфута использую во многих локациях, и он там довольно-таки неплохо смотрится в таких сборках. Так, Фрейя сейчас его сольет. Вот смотрите, видите, опять же их 300 с чем-то тысяч, я не знаю. Ну, в любом случае, больше миллиона. Я потом уже начну тесты отдельно каждый героев, сколько чего он имеет, какие статы, какие сборочки. Ну, я считаю, вот такая вот сборка, наверное, на сегодня лучше всего, потому что если ставить ему там талантики на урон и прочее, ну, смысла никакого нет. Он должен быть у вас универсальным. Универсальным он будет только в такой сборочке. Давайте сейчас пробежимся по арене. Сейчас я его поставлю сюда тоже. Плюс еще скин можно докачать. Так, поехали. Вот давайте его одного кинем сюда. Тут без варика, но все равно держался, хоть держался. А теперь давайте сделаем так: плюс ворожей, плюс Фрейя, плюс огнекрыл, плюс так и повелитель бури. Они опять же у меня все не собраны. Вот повелитель бури как хорошо сейчас включается, вообще просто супер. Ну все. Основная цель, как бы, Бигфута — это выжить, чтобы он заморозил, застанил. То есть на сегодня нету смысла, чтобы он там особо убивал. Он, скажем так, танк, который танк-саппорт, не знаю, то есть который у вас будет в основном морозить героев. То есть основная его задача — это законтрить всех. Если вы их законтрили, все, вы без проблем все сделаете. Да, хороший, конечно, у него деф. Тоже жизни не маловато повелителя бури. То есть основная задача, конечно, можно ремку ставить, но в основном на PvP локации везде стоит ремка. Психощит — это такое дело на определенные ситуации. Ремка, чтобы он первым включался, это вам с головы хватит. Ничего себе. Так, слили. Давайте еще одного войдем в топ 200 хотя бы на сегодня. Повелитель бури сейчас хорошо закидывает. Так, эй, повелителя бури кто убьет? Красавчики. Ну, в принципе, тут без варика у него мой Павлик выжил. Вот интересно, да, Фрей, везде стоять повелители бури, все дела. Так,
Давайте попробуем его сейчас потестим. На экспедиции. Еще там интересно. Думаю, в PvP локациях вы и так знаете, как он себя показывает. Давайте в экспедицию зайдем. Так, экспо. Я его использую практически везде. То есть, так, есть. Во всех локациях. Включится. Смотрите, как по нему урон. Да они практически ему там ничего не наносят. Ну, вторые эволюции, правда, не максималки, но они им псуют. А смотрите, что он делает. Вообще супер. Чем больше по нему урона, тем лучше. Точнее, чем больше цели его бьют. Ну, неплохо, неплохо. Держится. Рину, одержимый, горгул. Интересно, осилит или нет. Если бы он сейчас был еще в психощите, то есть по нему бы стан не проходил. Он бы получше работал. Ну, убить они его не могут. Зональная атака его, конечно, одна из лучших подобного рода героев. Морозит. Что еще надо? Надо было Фрея подальше кинуть. Вот смотрите, Фрея. Фрея нам сейчас поможет. То есть танчить вообще просто супер. Давайте с другой стороны попробуем. Тут Анубис. Вот тут уже нормально народа на него. Ну, смотрите. В принципе, тоже держит урон. Конечно, тут уже поболее. Тут еще и порежет сейчас отхил ворожей. Но держится. Не максимум, конечно, но держится. Наконец-то его слили. Так, давайте еще в забытой потестируем, только я ему поставлю. Сейчас тут у меня стоит другой. Мы поставим ему ремочку. И поставим первым его. Так, войти. Пусть на него агрится. Так, и такой вот у нас ворожей. Тоже его уже показывал. Очень-очень неплохой он уже против Фрея. Фрея не так его убивает. Так, забытое. Сдать. Все нормально. Зверский, окей. Зверский, так зверский. Так. Вот так вот вызов, поехали. Какая-то непонятная команда. Как видите, без проблем справились. У меня герои не собраны. Так, это герцы. Давайте тут попробуем. То есть вот его основная задача, он включился, все, они его никак не сольют. Плюс подхил, если видите, его атакуют, но у него там даже хп не проседает. Вообще без проблем. Тут с огнекрылом, конечно, без вариков у противников. Теперь давайте уберем. Ставим только ворожея. Вот попробуем два героя. Поехали.
Вот, забор энергии сработал. Смотрите. Ну, раскатали, конечно. Ну, урон держит. Там, конечно, жесть сколько было. Сейчас еще на кого-то нападем. Фрея даже ничего толком не смогла сделать. Так, Влад Курск, ну давайте тут попробуем. Опять. Вот он включился. Все, смотрите, урон по нему. Ну, в принципе, они даже по нему не попадают. То есть два героя против пяти. Хотелось бы, конечно, сейчас Фрейю встретить. Интересно было бы. Все, он заморозил, плюс ворожай дает отхил, плюс атаку немножко дает и вполне нормально себя чувствует. Кто там у нас такой злобный? Вот против этой команды было бы интересно сейчас посмотреть, конечно. В принципе, видите, уже все отбегали. Так, ну, я так вам вкратце, в принципе, все показал, где использовать, думаю, вы знаете. Где я его использую, тоже уже видели не раз на битве Килли. Там везде он используется, это один из тех героев, которого действительно стоит качать, и он себя оправдывает. Вот это для него на сегодня все-таки самая оптимальная сборка, самая интересная, скажем так, универсальная, потому что на каждую локацию можно свою сборку сделать, можно атакующего плана, но он у вас не будет тащить везде, а этот будет и урон держать, и наносить урон, самое главное, будет выживать намного дольше. Все, пишите комменты, подписывайтесь обязательно, лайкосики, репостики, все дела, всем пока.